Rusiya prezidenti Vladimir Putinin illik mətbuat konfransında erməni əsilli qadın yumurtanın və toyuq ətinin qiymətinin qalxması ilə bağlı sual verib. Suala cavab verən prezident qarşılığında bundan dolayı qadından üzr istəməli olub. Где и когда были такие цены? Надеюсь на вас, что вы поможете. Это относительно дешевый белок. И, в общем, популярный у граждан. Я сам с удовольствием яичницу ем. И в свое время вообще мог 10 сразу с утра навернуть. Вот. Но что произошло? Вот спрос увеличился. А объема производства нет. Сожалею, приношу свои извинения на этот счет, но это сбой в работе правительства. Я думаю, что связано еще, хоть и говорят, что это не так, но мне кажется, так вовремя не открыли импорт пошире. Ну, потому что, видимо, рассчитывали на то, что побольше заработают. Ну, обещаю, что в ближайшее время ситуация будет исправлена.